Ponieważ tutaj wiele tych narodów kołkaskich ma również właśnie czerwieńskie, czyli ten twarz, który ma tą tunikę, to jest taka cecha wspólna i to nie wszystko to ma. Ja bym to leczył. Вот это называется чоха. Чоха, to jest to, co tutaj trzyma. Здесь всегда у нас были кинжалы. Zawsze tutaj, właśnie z boku, powinien być przyczepiony kinżał. Доставая кинжал. Kinżał ten nóż, tak? Всегда должно быть разливаться кровь. Если бежит этот кинжал, то завтра повинна все разливаться кровь. Поэтому его доставали редко. На такой чего лицом проложа. Как бы мы не ссорились, всегда давали вино. А, как все, когда все не пучи, то все тогда завтра дают вино. Чтобы до кинжала не было. Чтобы до кинжала не могли вся эта рука, как бы вас не дали. Про грузинов говорят одно, что грузины родились. Грузини, вам нужно судить, что грузины уставшие, и устанцени все родили. И всю жизнь мы сейчас отдыхаем. И целую жизнь они сейчас отпочивают, да? Но вы очень хорошо научили слово гаумартёрс. Барду пенкич научились слово гаумартёрс. Это желание победы. I to są właśnie życzenie zwycięstwa. To jest, когда я говорю гаумартёрс. Kiedy mówię гаумартёрс. Я говорю желаю победы. Że to znaczy właśnie dosłownie zwycięstwa. Если мы работали в огороде, сзади всегда имели ружьё, потому что ружьё винтовка. Kiedy pracowaliśmy na przykład, zawsze za nami gdzieś znajdowała się broń. Чтобы всегда встречать любую ситуацию врага. Чтобы завтра, слушайте, в каждой ситуации в разе чего вы подкат, если ты приготован на встречу врага. И чтобы не искать пули, всегда и чтобы не шукать пул, то тут генерально есть завтра даже, смотрите, не ты пропуск, что вы можете быть так, как бы. То есть, доставая винтовку, пули уже били, вставляли и стреляли. Значит, прох, одразу, как мать его сегутала убрана, то рзеченище одразу прох в той мате, przy sobie, więc możecie pragnąć. Oczywiście przykład tutaj jest to od razu właśnie drogi, tak, celok, znaczy żydra i tak. I poobraził Gruzina. Poobraził Gruzin. I Jewryi mówili tak. Jewryi to przyzwanie. Żydzi to jest oczywiście jak pragnęstwo. Armianie to specjalność. Армяне это специализация. А грузины это образ жизни. А грузины это приклад. Это евреи сказали, не немецкие. Так было. За мою Грузию. За ту Грузию, которую вы гасите, и чтобы моя страна всегда была на этом свете. А вы приезжали и наслаждались всем тем прелестям, которые мы можем вам подарить. За Грузию. Гаумартёрс, Сахартёрс. Гаумар! 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 Гаумар!